А хочешь, я просто... Ой-ой-ой-ой! Что это было? Куда? Как это полет было интересный. Это айкидо, что ли? Честно, хочу всем признаться, что я боюсь. Я боюсь упасть, я боюсь уронить Риту. Да я, что скрывать, я боюсь вылететь сразу, потому что, ну как-то не солидно. Заворачивай! Палантик появился. Да, ну какие-то поворотики. Уже ручки поднялись, уже как вот в сторону, по направлению движения качу, уже как, уже глазки поднял. Уже много чего происходит. Папа. Отсюда мне уже проще тебя. Предполагала, что что-то должно быть страстное, вот, поэтому мы взяли цыганский танец и пытаемся какие-то роковые там страсти туда привнести, насколько это будет возможно. Берешь мою руку, кладешь себе... Нет, это что такое? Это не мужская рука. Саня говорит, вот так поднял, она сама положила. Может быть, но даже не чувствуешь, что ты поднимаешь, как бы... Вот это не мужская рука. Вот нет, что? Я сейчас сделал, как великий кормчий учил. А сейчас без поворота. Слушай, давай, сюда, давай сюда, давай сюда. Ты вот давай. Когда я понял, толкаешь идею. Кого-то, крутишься. Не договаривай, не договаривай, не надо, не надо. Папа. Хорош меня унижать здесь. Мне кажется, почему-то, что у нас партнерское плечо появилось, наверное, на первой тренировке, да, когда мы... Абсолютно точно. Страшная женщина. Нам просто приятно вместе по 6 часов в день на льду проводить, и, по-моему, никаких проблем пока, да? Мы потренируемся давай сначала, потом посмотрим, есть музыка или нет на это, ладно? Зануда ужасно, понимаешь? Креативные вещи пытаются... Блин, да? 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 Причем я не пойму, это у нас кризис отношений или наоборот они нормализовались? Ритос, ты мне друг? Когда есть надежный Ритос, когда я знаю, что делать, и когда музыка вставляет. Вот для меня три важных элемента. Ритос на первом месте.